Нана уже на сцене больше, чем я живу. Представляете? А Левкин и Политов... Нет, Левкина нет. Политов Левкин и Жеребцев. Звездой на башке. Да. Вы представляете, они все такие же молодые. Невозможно. Я помню, я еще маленьким мальчиком ходил в детский сад и слушал их песни. А, да, да. Я очень хорошо помню. Давай споем какую-нибудь песню на Наську. Ну, например, да, допустим, знаете. Как? Фаина, 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 на-на-на. Пала на пол, завтра не летом, шапку унесло. Вот что значит ротация хорошая, понимаете? А вот если я сейчас запою, посмотрите, и зал подхватит. Влекут ли? Да ерунда, Коля, Коля, Коля. Не, не надо, не надо, это не то. Стоп, стоп. А я иду такая вся в дочи. Это со звездой. Не знаю, Борис Камильевич, он поет про Дольче Габбану, а я хожу в ней. Попробуем зашить зал, чтобы пели люди по-настоящему, как положено. В микрофон. Кого-то надо вывести, чтобы... Не наш, мы все сделали. Да. Так, Коленька, соревнование с тобой. Да нет, все, нету. Борис Камильевич, пойдет легендарная группа «Нана». Вечер.
зовут-то? Дмитрий. Дмитрий, ну и как состояние? Дима, все струны нам порвал, ну. Возбужден. Да? Ну тогда идите к жене, вон она сидит, я вижу, да? Вы не жена? Спасибо! Нет? Ну, нормально. Аплодисменты!